Всех приветствую, продолжаю знакомиться с работами художников, скульпторов и их автобиографии. Американская художница японского происхождения, иллюстратор и художник-фантаст Кинука Ямабе Крафт. Родилась 3 января 1940 года в Японии. Получила степень бакалавра изящных искусств в колледже искусств Канадза в 1940 году. После окончания учебы переехала в Соединенные Штаты в 1964 году, чтобы учиться в школе Чикагского художественного института, где продолжила свои исследования в области дизайна и иллюстрации. Большая часть ее ранних работ была предназначена для редакционного и рекламного рынка. Крафт иллюстрировала обложки старых изданий произведения Шекспира для библиотеки Фолджер. При создании своих работ опирается на глубокие знания истории европейского искусства. Больше всего ее вдохновляет работа Леонардо да Винчи, прерафаэлитов и художников-символистов. Ее работы выполнены маслом и акварелью на глиняных гипсовых панелях. Я пользуюсь Википедией. Проиллюстрировала 8 книг, сказки и классической мифологии, предназначенных для детей и юных читателей. В середине 1990-х годов она сосредоточила свои усилия на оформлении обложек для книг в стиле фэнтези. Также разрабатывала афиши опер, книг, сказок и рисовала обложки для многих национальных журналов, таких как Time, Newsweek и National Geographic. Ее оригинальные картины, рисунки и гравюры ограниченным тиражом представлены в галерее в Монтаре, Калифорния и другими галереями. Ее работы были лицензированы для календарей, плакатов, поздравительных открыток и других потребительских товаров. Книги со сказками в настоящее время распространяются в Америке и других англоязычных странах Европы, Греции, Китая и Кореи. Получила множество наград за свои работы, в том числе несколько золотых и серебряных медалей от общества иллюстраторов Нью-Йорка. С 2001 года она 5 раз номинировалась как лучшая художница на премию World Fantasy Awards и выиграла премию за лучшую художницу в 2011 году. Читала лекции и проводила семинары во многих художественных школах, университетах и организациях. В 2022 году была опубликована коллекция из более чем 300 рисунков и картин Крафт под названием «Видение красоты». Книга номинирована на премию за лучшую иллюстрацию и художественную книгу, а Крафт номинирована на звание лучшего художника 2023 года. Кинука Крафт – художница для всех сезонов, для всех видов сюжетов и всех стилей. Она с очаровательной легкостью приспосабливается к своему предмету и при этом оставляет за собой свободу оставаться собой. Ее иллюстрации говорят о том, что она настоящий ценитель искусства, широко распространенный во всех странах мира, писал Ред Брейн. Ну вот так вкратце из Википедии о Кинука Ямабе Крафт, американской художнице японского происхождения, иллюстраторы и художники фантастики. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.